О, кто у нас утром? Всем привет, ребята, с вами Джов. И я уже в Москве, ёпта. Бля, чё у меня с прической? Я уже в Москве, только что заселился в номер. Привет, привет, привет всем. Всем привет, ребятки. С дальнего... А, это дальневосточники, я понял. Я понял, кто может... По московскому времени в 8 утра не спать. Только дальневосточники, у которых уже сколько? Плюс 6, да, или плюс 7. Ну, короче, у вас уже где-то обед. Мне не спится, ребят, потому что я только-только заехал в номер. Вот. 14-12 нас, понял, да. Геленджик тоже не спит. Как погода? Сухо и холодно. Я надеюсь, завтра снег выпадет, потому что завтра последний шанс встретить Новый год нормально со снегом. Привет, Сурала, привет. Что у тебя с Марго? Ничего. Сиську в студию. У меня нет сисек. А, правда, в этой, у Моники Белуччи есть, видите, такая сиська. Так, сейчас надо взять зарядку, потому что садится телефон уже. Сейчас, секунду, ребят. Так, это не то. Куда Марго дел? Никуда. Так, а куда мне втыкнуть-то, а? Вот сюда можно втыкнуть. Сейчас я втыкну. О. Да ладно. Блин, ребятки, какой нафиг 1%? Ты чё? Айфон. Ты что творишь? Блин. Вы поняли? Врубил в розетку, вместо 12% показал 1. Я не знаю, что с этим дебильным телефоном. С наступающим. Всех, ребятки, кстати, с наступающим, да. Ой, всех с наступающим. Как дела? Есть новогоднее настроение? Ну, настроение хорошее, вот. Но пока я не очень выспавшийся, поэтому такое... Ну, для новогоднего настроения не хватает, ребятки, этого самого. Может так перевернуть? Сейчас. Для новогоднего настроения не хватает снега, на самом деле. О, так лучше. Давай бухать и курить на Новый год. Ну, этим я завтра и займусь. И сегодня тоже. И первого, и второго числа. Что с дезертодом видосов делаешь? А, потому что не хочу. Вы с МВМ живете? Нет. Не знаю, где МВМ. Так, зачем в Москве? Ну, потому что в Москве интересно, весело, тут друзья. Коварный смех, да. У нас на ДВ снега вообще нет. ДВ Дальний Восток. О, печально. Здоровья-то хватит? Ну, я копил как бы последние пару недель. Как худеешь? Ну, 3 килограмма сбросил, когда последний раз мерил вес. А потом не знаю. У меня дома просто весов нет, я там у друзей мерил. Наступающим, окей, в Россию жить переезжаешь? Как стул Анжелки, не знаю, как там Анжелка. Зато на Урале до хрена снега. Всю Беларусь замело. Передаю привет Якутску. Жирный алкаш Джованни. Но уже не такой уж и жирный, и не совсем уж алкаш. Сделал видос по Фочу 155. Но он сейчас такой унылый, не? Сводится полчаса, его ебут в лючки. Номер у меня тут такой скромненький, в принципе, да? Ну, не очень номер, как бы, ну... Сойдет. Стримы еще будут? Ну, в Перископе, да. Сейчас покажу номер, подождите. Так, показать номер. Он маленький на самом деле. Сейчас посмотрю, что тут у нас. А, норм. Вот. Вот там получается входная дверь. Тут типа
шкаф, халат там, видите, сейф, холодильничек. Тут маленький диванчик, столик, стульчик. Тут получается кровать такая, типа. Вот. Так, не будем. Ну, телевизор. И тут, короче, ну, там, типа, ну, вы поняли, да, унитаз, ванная, все дела. Из окна, не, из окна, ребятки, вид отстойный. В этот... Никто не оплачивает, поэтому я не могу жить. Не могу жить в этом самом, в Редисоне, поэтому вид хуёвый. Шикарно. Ну, так, нормально. Бывало и лучше. Надо тебе с Муразором в качалку сходить. Да, надо будет. Костя, а чё в Москву совсем не переедешь? Скоро перееду. За сколько номер взял? 4000 в сутки, по-моему. Количество видосов уменьшилось. Да ладно, уменьшилось. Как минимум один в день выходит. Не хочешь, как Паша, Майнкрафт стримить? Нет, не хочу. Майнкрафт, он, конечно, прикольный, но, блин, у меня нет просто желания в него играть. Ты где, в каком городе? В Москве? Как школьник. Окей. Какой-то красный. Это, наверное, из-за света такого тут. Что думаешь о том, что Паша в Майн играет? Я думаю, если бы у него изначально канал был про Майнкрафт, у него канал был намного популярнее, чем сейчас. Скучаем по Марку. Да не стоит. Чё скучать-то? Жо, смотришь Давидыча? Да, смотрю иногда. Что думаешь о программе Перископ? Прикольная штука. Т-3400 уныло говно. Блять, вот я тоже что-то играю на нем и думаю, что-то с ним не так. Реально бесит иногда. Когда машину купишь, Мерси, ты хотел. Хотел, ребятки, но у меня прав еще нет, надо на права сдавать, а потом уже что-то покупать. Помню, голая в Марго в стриме была. Не было голой Марго никогда в стриме. Купи права. Не, надо научиться водить, вы что, ребят? Мне вообще говорят, что Мерси не стоит покупать первой машины. Стоит там взять какой-нибудь старенький Toyota, Hyundai, Kia какой-нибудь, да, там, чтобы не жалко было ее ударить. Прическа новая? Да нет, прическа старая, просто постригся на днях. Че, опухшая, да, выгляжу? Как опухшая. Ну, потому что плохо спал. Жигуль бери. Ладу седан, баклажан. Тойота или Лексус? Вот Лексус мне вообще не нравится. Стоит как Мерс, а какой-то он безликий. В каком районе остановился? Недалеко от Кутузовского. Гелик. Да, гелик, блядь. За 10 лямов. Вы чё? Не-не-не. Обег 140 норм. Старенький БелАЗ купи. Сколько у тебя время? Ну, 20 минут 9. В Москве нет снега. Ты каким-то добрым стал. Джо, УАЗ надо. Да, УАЗ, хуяс. Ой, прилягут. О, хорошо, вот так вот. О, да-да, как у Давидыча были. А, лошары на гелике поехали, да? Минус 50 температура. Ого. Давид из окна конченый, ребят, там ничего нету. Почему решил в Москву перебраться? Ну, потому что на Москве завязана вся работа. Дорого тут, конечно, но весело. Посмотрим.
Вот смотрите, вот так, типа Джо худой, да, вот так, если, типа Джо худой. Вот так, типа. А если вот так голову пускаешь, то сразу подбородок появляется. Обман зрения. Когда комп привезут? Ой, комп, блин, ну у меня собирают охеренный комп, очень крутой. Там двухконтурная система охлаждения, топовый процессор, три видео, ребятки, видите, три видеокарты. Три, сука, топовых 980-х будет в моем компе. Три, сука, три. Но это будет только в январе. Сам жду. Там будет винда 10, я буду играть. Короче, это все для World of Tanks Blitz, вы поняли, да, уже? Ты же миллионер. Да какой я миллионер, вы что, смеетесь? Блогеры все нищие. Бентли не на что отремонтировать. Приходится просить донат по 100 рублей на стримах, блядь. Почему марафона нет на НГ? Я не знаю, это в Минск позвоните, спросите. Твой комп стоит как крыло Боинга. Ну, будущий мой комп, который мне вот сейчас собирают, он будет стоить где-то 600 тысяч, по-моему. Как машина. А чё на Xbox не стримишь? Потому что я ленивая жопа. Что будешь со старым компом делать? А вот я не знаю, что делать со старым компом. У меня как бы есть друзья, которым, возможно, стоит его по частям раздать. С другой стороны, я мог бы подарить по частям его подписчикам, но меня останавливает то, что это очень все сложно по логистике. Это найти адрес, это отправить. Блять, так не хочется этим всем заниматься. Вот если кто-то другой этим занялся, возможно, стоило бы старый комп просто подарить кому-то. Ну, по частям. Да, было бы прикольно так вот. Ну, не знаю, это все сложно очень. Разыграйся свой айфон, чё? Мой айфон, блядь, уже такой побитый и потертый. Я его без чехла ношу. Чехлы для телок. Работа у тебя клевая, да. Гоустрим под Джек Дэниелс. Меня заебал Джек Дэниелс, у меня от него изжога что-то. Надо чевасик опять ебашить. Или Джейми. О, Джеймисон вообще идеален. Его и бодяжить можно, он и дешевый. Я еще не перебрался в Москву, но в планах. Весной, наверное. Ром. Да, Ром, заебись. Кстати, давайте посмотрим, что у нас есть. Сколько там зарядилось. Давайте посмотрим, что у нас есть в... Мини-бар. Да. Да, печалька. Один пивасик. Red Bull. Балтика, семерочка, да, заебись. О, Жигули. Тут у нас Фанта, Спрайт. Блять, и ничего, нихуя, что это такое? Ух, ничего себе, Перье. А нет, это не Перье, это хуйня какая-то. А это не Перье? Нет. Короче, хуйня у нас тут. Мини-бар говно. Все понятно. А закуска там какие-то орешки валялись. Где торнадо? Торнадо дома, блядь. Как жизнь молодая, отлично. Снимать будешь в Москве или свою квартиру возьмешь? Буду снимать, скорее всего. Нет, блин, в Москве дорого покупать хату. Джованни, как в Москву добирался? Летел. Судя, видите, по моему виду, да? Какой я, блядь, у меня вид как ну, в смысле, очень, очень упоротый. Джо, где тёлки? Завтра, ребятки, подписывайтесь на Перископ. Не забывайте подписываться на Перископ. Завтра в Новый год я буду, блядь, такое стримить. Возможно, сука, возможно. Мы даже, знаете, что сделаем? Возможно, мы даже сделаем стрим, сука, на канал. Новый год. С нашей тусовки, блядь. Это будет заебись. Это будет заебись. Представляете, да, там Новый год стрим. Ну, короче,
Или стрим будет, или просто мы видос запишем коротенький на телефон. Просто нет ноутбука ни у кого. Мой ноутбук, он сейчас в Москве, как бы, но... Блять, он весит, сука, 5 килограмм, его тащить на эту тусовку, его там засрут, обольют, разобьют. Не. Да, стрим тёлками. С тёлками. Почему ничего не говоришь про Мурго? Ребят, ну потому что это личное. Не надо лезть в чужую личную жизнь. Самолет вроде отменили с Украины. А кто сказал, что я с Украины летел? Я с Минска летел. Продажный Джов. Сосет у Wargaming по КД, блядь, да? Так вы думаете, сучки? Как зовут блогершу, с которой ты бухал? Не знаю. А, вы про ту из Ташкента, что ли? Это не блогерша. Кто будет на тусовке? Ну, Паша Амвей стопудово будет. Ну и там другие ребята. Может, Димка Делюкс будет еще. Я тебя узнал, Джованни. Когда будешь заниматься спортом? Когда меня кто-нибудь заставит этим заниматься? Киберспорт. Как спал в Москве? Не знаю, я еще в Москве не спал. Да все, представляете, блядь, это как Гаврик, сука, на стриме заснул, так и я сейчас так засну, так. С Ингелосом бухать весело, наверное. Ну да. Да хуй там, я уже не засну, блин. Сейчас, хотя, знаете, сейчас немножко покемарить, потом в 12:00 поехать покушать. Чайхану. Сука, как я люблю чайхану. Сука, этот их супчик. Ох, этот их супчик с пельмешками. Блять, охуенный. А лепешечки там какие мягенькие, как попка одной красивой девушки. Такая нежная-нежная попка. Так бы укусил. Да, всем передаю привет Рамику и Крабсону. Почему с Дазардом не стримишь? Потому что не хочу. Я на 1000 с другом поспорил, скажи, Ренат из Табагирак. Сходи разгуляйся. Да, блядь, 8 утра, вы чё? Дрочи спи. Хорошо. Буду больше в перископ заходить. Понимаете? О, блядь, забыл зарядку врубить. Понимаете, в перископ не всегда можно зайти, потому что... Сейчас. Блядь, что ты делаешь? О. Потому что заряд хавает очень сильно. 1 час, ну, да нет, 30 минут постримить в перископе, это минус 40% зарядки телефона. Это же дебильный iPhone. Понимаете, дебильный, сука, iPhone, у которого батарея на 1800 мАч, в то время как у китайцев и самсунгов уже по 2500-3000. Как ты со зрением таким? У меня... Ну, да, зрение у меня говно, конечно. Ну, как говно? Не самое плохое, но не самое хорошее. Передаю привет Юрию Мешкову. А что ты делаешь в Москве? Ну, буду тут праздновать Новый год. Буду тут 30-го, 31-го, 1-го, 2-го. Вот. Сегодня дела важные. Завтра важных дел нету. Завтра просто подготовка. Бухалову. Не, айфоны заебись. Айфон это заебись. Это лучший, это один из самых лучших телефонов. Охуенный вообще просто. Но батарея, не знаю. Знаете, я бы даже был согласен, чтобы они сделали его чуть потолще. Он тонкий, да, но я согласен, чтобы его сделать чуть потолще, но чтобы была нормальная батарея, ёпта. Ну и камеру нормальную. Да, 20%, особенно, короче, на холоде айфоны разряжаются пиздец как. Если у тебя меньше там 30%, то он может там вообще просто выключиться из-за холода. Потом заносишь его в помещение, он разогревается и опять включается.
Чехол с АКБ встроенным. Да ну в жопу эти чехлы. Я с собой он захватил две внешних батареи на 8 и 10 тысяч. Нравится Москва? Ну, плюсы и минусы. Чем тебе iPhone нравится? Мне нравится iPhone тем, что он, сука, работает безотказно, как часы. Сколько бы ты фоток, программ, всякого дерьма в него не залил, он никогда не будет тормозить. А андроиды — это дерьмище, дерьмище. Единственный хороший андроид — это Nexus. Серия Nexus от Гугла. Вот она охуенно плавно работает. Как-то сыкотно слышать от пацана, что он меня любит. Как-то это, блядь, не по-мужски. Спасибо, спасибо. Джо в перископ аж штанги потянуло. Тебя Эминем, блядь, смотрит. Так как бы вряд ли. Шестой у меня iPhone, не S. Что там нахуй, нахуй этот S нужен? Я лучше подожду осень, и выйдет семерка, если я семерку возьму. Ангелы с Набухаловки не включают режим ротовода. Не знаю. Мы с ним еще до такого состояния вместе не нажирались. Да он там и так подсасывает вот фана. Да, спасибо тебе. Тебя с наступающим. Я краснею. Да тут свет такой, он желто-красный какой-то. А есть стрим, где Ангел спит? Ну, был, но, по-моему, он его уже удалил. Гайд PS1, да, надо сделать. Имбоватый танк, просто нереально. Пользовался 4 года айфоном и не жаловался, пока не разъебал его сам. Ну, будет Ангел 100 кинуть тебе на пивко. Арта для пидорасов. Ну да, как бы, есть такой нюанс. Артюлечка для геев. По-ли-по-ом-со. Чё-чё? Джо, зачем на арте 3К игр сыграл? Ну, я был молодой, неопытный, не знал, что это для геев. В больничке, блядь. Но если это больничка. Охуенная у меня больничка, ребят. Да, больничка. Какие добрые зрители, пиздец просто. Он был малоглуп, да. Ахуена. Жуф, можешь привести преподом, чтобы зачет поставил? Да не, вряд ли моего авторитета хватит. Костян, с Пашей бухать на МГ будешь. Но учитывая, что Амвей не пьет вообще, бухать это как-то громко сказано. Блин, губы сушат, пиздец. Непривычно. В сухом климате. Я-то всю жизнь в Одессе прожил, там влажный климат. Меня никогда там губы не сушило. А тут приезжаешь, и пиздос начинается, трескаются губы. Да я уже про Дезерто договорил миллион раз, заебали уже. Не будет стримов и все. Амвей своей модной рубашке пойдет? Ну да, у него там их несколько модных, цветастых рубашечек. По качину. Нет, не видел. Жо, какие планы на жизнь? Всю жизнь же стримить не будешь? Ой, да много планов. Посмотрим, что как будет. У МВ есть девушка. У МВ есть только правая рука. И я. Какая игра следующая будет? Ну, я еще пару стримов по Джаскозу сделаю. А там... Но я не думаю, что я буду его полностью проходить. Он немножко нудноватый. Канску тоже привет. Чё с Мурозором не стримишь?
Ну, Музи, по-моему, не особо любит во взводе играть. Ладно, ребятки, я на этом закругляюсь. Блять, подписывайтесь на Перископ, жмите лайки. Да, тут точно не просит с ним расписаться. Вот. И, ребятки, сегодня еще будут стримы в Перископе, и завтра будут стримы в Перископе. А 1 января, блядь, такой стрим из Перископа будет, блядь. Похмель наблювальный, что вы охуеете. Все, всем пока. Пока-пока.